Всем привет, это мой аккаунт Instagram mtz.ok. Здесь всякая коротенькая полезная информация, прикольчики, прикольные фотографии, какие-то интересные новости на эту тему. Вот все в актуальном разбито по темам. В общем, интересно. Плюс это обратная связь со мной. Кто еще не подписан, рекомендую прямо сейчас достать телефон и подписаться. Ну а сейчас переходим к основной теме. Славянский курорт. Так громко звучит, но надпись еще на русском. Хоть и желто-блакитно. Есть остановочка, ларечки. Сейчас посмотрим, как там внутри на пляже. А вот и сам пляж. Лечебные грязи. Оказывается, запах лечебных грязей очень похож на запах канализации. Людей здесь отдыхает довольно много. Уж, наверное, больно здесь лечебные свойства, так как все остальное не очень. Вот тротуар с такой вот дыркой. Пометили вот флажком, таким образом заботятся о наших суставах. Вот такие плиты. Все так аккуратненько заросшее травой. Люди вот мажутся грязью. Здесь вообще в городе мэр есть, интересно, или нет? Я не знаю, насколько грязью можно подлечить суставы, но этой вот, к примеру, плитой можно точно сломать ногу. А это, я так понимаю, спасательный пункт. А вот и спасатель сзади ругается. YouTube канал. А что? Но там, где идет бизнес, там все хорошо. Стоит кафешечка, идет строечка. Вот, обсыпали для стройки песочком. И люди тут даже загорают на строительном песке. Так как на пляже загорать не очень. Вот так тут все довольно-таки культурно. Хорошая кафешечка. Люди загорают прямо здесь, их можно понять, потому что пляж выглядит вот так. Ну, есть место, где попрыгать. Да, славкурорт изменился и не в лучшую сторону. Я высказал свое мнение, может, кому-то он нравится. Вон там плавают ути. Живой уголок. Но я считаю, что здесь необходимо все облагородить. Как-то выровнять плиты, почистить, покосить траву. Все как-то заросшее. Хотя и заповедная зона. В общем, это было мое мнение. Кто с ним согласен, подписывайтесь на канал. Всем пока!